One vision, one purpose, comrades, welcome back to Eternal Warfare, turn-based CNC. Одно видение, одна цель, братья, с возвращением в бесконечную войну, пошаговые фактически редалер CNC. Okay, capture enemy mines, захватить вражеские шахты. I think we will return to that mission back after the defeat a few in the next episodes. Думаю, миссию с поражением мы вернемся в следующих эпизодах, да, сейчас немножко новенького будет. This mountain the area has a large mineral reserves. The enemy is already harvesting it. We have a good chance to steal their mines for us. Эти горы имеют множество запасов ресурсов, здесь уже идет добыча у противника. Если мы ее быстро захватим, мы пополним свои кошельки. Use our experienced soldier to capture their reinforcements, refineries intact. Try to be quick, or they may send reinforcements. Используйте наших опытных солдат, чтобы захватить их запасы ресурсов, и двигайтесь как можно быстрее, прежде чем они используют свои подкрепления. Окей, хорошо. Окей, first found, первое найдено у нас. Подкрепление. Well, we're going to different sides, в разные стороны двигаемся. Okay, looks like everything going well. Все вроде пока нормально идет. But now our motorcycles try to be destroyed. Но наши мотоциклы пытаются уничтожить. Разные чуваки. Okay, that's nice. Пока хорошо все. So capture complete. Захват завершенный. I guess we've completed the capture. Думаю, захват мы таки завершили. Все, добили. Okay, another enemy. Еще враги есть. We need to kill them. Нужно убивать их. Oh, this motorcycle so should go repair. Вот эти мотоциклы нужно двигаться, ремонтироваться. And that one continue recon. А вот эти продолжают разведку. Окей. Okay. Сейчас два enemies. Врагов-то очень много. Let's finish them off. Давайте добивать. Let's go repair. Эти ребята отправились ремонтироваться. Окей, okay, hello. Поможем им сдохнуть. And what they're trying to do. Ну и что они пытаются здесь заполучить? Добиваем их. Hello there, приветик здесь всем. It's faster to capture. No, that's like better to move. Лучше двигаться, конечно, вперед. But I'm doing everything I can. Но я делаю все, что могу. Okay. Let's run away. Давайте уходим отсюда. And those move forward. Вот эти ребятки вперед. Repairs, ремонт. Окей. Okay. Here we go, one squad down. Один отряд замочили. So, four, вперед идем. What's up here? А тут у нас что? More troops, больше пехоты добили. I need to advance. Нужно продвигаться вперед. Сейчас убьем ракетчиков. No, that's gonna be back. Назад отойдем. Намит немного врагов. So we have only few motorcycles, у нас только пару мотоциклов есть. Okay, that we can start capture, тоже можно начать захватывать.
Well, three turns, that also nice. А за три хода это тоже будет неплохо. Скажу вот так вот. Okay, can we like heal this? Можно ли там подлечиться? Okay, that would be in three turns. Через три хода мы там все захватим. Let's go up here. Что у нас здесь? I don't see serious changes. Серьезных изменений я не вижу. Going in front. Отправляемся вперед. Хорошо. Окей, another position. Еще у врага есть одна позиция. Окей, got it, понятно. Oh, that hurts. Это больно. Can we step back? Можно ли отступить? This I like more. Так мне больше нравится. Окей, back. Назад. Ямен. Окей. Окей, so what we need next? Что нам дальше нужно? Let's go here. Давайте сюда repairs, немного отремонтируемся. So enemy cannot rebuild his forces. Враг не может свои войска восстанавливать, я так понял. Well, there. Приветик здесь. See how it goes. Посмотрим, как сейчас все развернется. Эти ребята должны сюда идти. Oh, I lost one motorcycle. Один мотоцикл я все-таки потерял. This needs to go back. Это нужно все-таки назад уйти. And then repair, а потом починиться. Also back. Так, все назад. Everybody retreats, все отступают. That's the only way to prevail. Единственный способ выжить. Назад. Get this repairs, эти отремонтированы. Now move forward. Теперь вперед двигаются. Time for those guys. Время вот этим чувакам на ремонт стать. Okay. Now that's fine. Теперь все нормально. Okay, we need to check at least one side. Нужно по крайней мере одну сторону пока разведать. No, those get back. Вот эти назад пошли. Hide in the forest. Пусть прячется в лесах. This is needs to be repaired. Этих нужно отремонтировать. Oh, hello, приветик. Yeah, but this won't survive. Да, но вот эти уже не выживут. And this also wouldn't. Вот эти тоже не выживут. Looks like we winning. Похоже, мы побеждаем. But this needs to retreat. Ну, вот этим ребяткам нужно точно отступить. Пакеда. Repairs complete. Ремонт завершен. Continue on reconning. Продолжаем разведывать. We need to capture all of the mines. По-моему, все шахты нужно захватить. Interesting mission. Интересная миссия. Very unexpected. Очень неожиданная и, блин, интересная. So that deeply interesting. Реально интересная. Okay, приветик. Эти должны быть отремонтированы.
Вечером начинаем захват. No, this I don't like. Вот, вот это мне уже не нравится. Вот, уходим отсюда. Capture почти захватили. No, this needs to survive. Нет, этим ребятам нужно выжить. Where they appear? А откуда они берутся вообще? Вот это я не пойму. Так, so there is barracks somewhere here. Там где-то бараки есть. Well, this is like reinforcements. Или это пришли подкрепления. So we should do everything faster. Нам нужно все было быстрее делать. I see like they are recapturing everything. Я вижу, что они все перезахватывают. Это отремонтированный форт. Вперед пошли. Kill, kill those guys. Добиваем вот этих чуваков. No, repairs, наверное. They cannot move, они не могут двигаться. Oh, crap, твою ж мать, let's restart. Тогда заново начинаем. I thought that would be faster. Думал, все будет быстрее. But it appears no. Ну, похоже, что нет. At least we know what to do now. Теперь, по крайней мере, мы знаем, что делать. And like, we will do this faster. И постараемся сделать все быстрее. Okay, let it be here. Ну, пусть вот так вот будет. And... Начинаем захват. Let's help. Поможем. Ready, готово. Now here is the enemy, stupid must have been. Okay. All fine, все нормально. Что у нас здесь? This should be damaged. Вот этих нужно повредить. Capture is not complete. Захват все еще не завершен. Like, really, серьезно. Пошел назад. Killed. Убили. Let's go forward. Вперед пошли. This needs to be captured. Это уже нужно захватывать. This is the only way. Только так можно устоять. Killing those rocket launchers. Ракетчиков убиваем. Ремонт завершен. Capture. Перезахватили. Okay, this is also repairs. Тоже в ремонт пошли. Capture complete. Захват завершен. Ой, покеда. Смотрите, причем начинаем новый захват. Somewhere here. Тут где-то еще есть враги. This is needs to go repairs. Вот этим нужно пойти отремонтироваться. Начинаем захват. Окей, нормально.
11 ход. Окей, еще кавьер сюда нужно обойти, да, с этой стороны. 12 ход. Мотоцикл near. Мотоцикл уже близко. А финиш, закончили захват. How many enemies left? Сколько, интересно, еще врагов осталось? Окей, hello there. Приветик вот тут вот. Damage as maximum as possible. Нужно повредить как можно больше. Let's go back. Эти отходят назад. Finish them off, добиваем. Nice. Нормально получается пока. Starting capture. Вот эти начинают захват. Those go home. Вот эти отправляются домой. And this like wait everybody in the forest. Эти пусть ожидают всех в лесу. Okay, this will be also repeated. Вот эти тоже сейчас будут отступать. Completed, захват закончен. We need only one side. Остался только с одной стороны противник. Let's check what's going on. Смотрим, что вот здесь вот происходит. Back to base. Побыстрее на базу пошли. Окей, goodbye, понятно все. Назад уходим. These guys вот эти ребятки пусть сюда идут. Repairs на ремонт пошли. Окей, this would be repaired here. Вот эти здесь будут ремонтироваться. Let's go forward. Отправляемся вперед. It's fine, нормально. Here is another one. Тут еще вроде есть. On full speed. На полную скорость. Oh, one motorcycle's down. Одних мотоциклистов добили. That's a loss. Это потеря. Said they did not survive. Жалко, они не смогли выжить. Так что тут этим время отступить. Фейс, конец фазы. Окей, нормально вроде. What's next? Что у нас еще тут есть? Начинаем тут вот. Is that the last, последнее ли это у нас? This is captured, это у нас захвачено. Окей, okay, one more left, еще один остался. Yeah, понятно. Окей, okay, that's the enemies, враги появились. Back to repairs, назад к ремонту. This is almost repaired, эти чуваки почти отремонтировались. Yeah. The reinforcements of the enemy has come. Пришли подкрепления врага. We need to help them to die. Нужно помочь им сдохнуть.
Вот я приветик здесь. Victory, победа. Окей, lost one, потерял одного. Next mission, следующая. Test the newly developed tank. Протестировать новый разработанный танк. О, Legacy of Tesla, наследник Теслы. О, that's Tesla tank. Tesla tank. Well, let's check it out. Давайте посмотрим. Legacy of Tesla. We know what it is. Мы знаем, что такое наследие Теслы. Good news, commander. Our engineers finished the first prototypes of the Tesla tank. Наши инженеры закончили первый Tesla tank. Вы его пробуете. Let's test its capabilities in battle. Destroy all the enemies in the area. Try to not lose them. As we can't replace them for now. Постарайтесь не потерять ни один Tesla танк и завалите вообще всех, кого можете, командир. Окей, we will try, мы постараемся. Let's hide them in the forest right now. Пока в лесах попрячем. So can he hide in the forest? Может он в лесу спрятаться? No. Нет. I cannot produce, я ничего не могу произвести. Окей, антитанк, если у меня что-то противотанковое, на артиллерии. Давайте пусть будет артиллерия. Not enough money, денег недостаточно. That's sad, это грустно. Let's reckon what's up here. Посмотрим, что у нас здесь есть. Some enemies, какие-то враги появились. Oh, hello, приветик. Now this one, теперь вот этот. Right now it's quite interesting. По крайней мере, пока это все весьма интересно. 600 у нас. I want more artillery. Хочу еще артиллерии. No, I can't. Не могу. Motorcycles. Мотоциклы для разведки. Hello, приветик. This shot, это сбито. Окей, I see the enemy. Вижу врага. Супер, клёво. Окей, so decent range. Хороший достаточно радиус у них. Motorcycles here. Мотоциклы вот сюда пошли. Another motorcycle. Ещё мотоцикл произведём. And let's wait. Ну и ждём. I don't have anti-air. У меня противовоздушной обороны нету. Окей, okay, that's good. Это хорошо. Let's move forward. Вперед двигаемся. Один танк уже мертв. Артиллерию сюда. Anti-air, противовоздушную, пожалуйста, одну. Найс, вообще клево. No. Thank you, Tesla. Don't want to die. Tesla не хочет помирать. Почему тут у меня такое впечатление? Ай, пакет, да? Artillery down. Destroyed. Артиллерия уничтожила. Штуку. О, надо мотоциклов. Еще мотоциклов сделаем. Теперь пойдем. До свидания, говорю. Артиллерию сюда пошли. Can we use them to destroy? Можем ли мы сбить его? I don't know. Я не знаю. I don't know, я не знаю. Ибрагим, can you like
calmly. I'm recording video. Okay. Where to shoot? Куда же стрелять? Let's shoot some infantry. Давайте пехоту немножко перебьем. О, crap, твою ж мать. We have found the enemy. Мы нашли врага. Let's hide here. Прячемся вот тут тогда. What's with money? Что у нас с деньгами? One motorcycle. Больше мотоциклов. Я ставлю свой дай, потому что я тебя сейчас убью. Don't run plane. Не улетай самолетик. Так, сюда подвезем. Немножко. Repairs. На ремонт отправляются. This one also needs repairs. Этому тоже нужен ремонт. Hello again. Приветик снова. So a new plane. Новый самолет. I need another anti-air. Нужен еще один противовоздушный комплекс. Артиллерия сюда. That's fine. Тут у нас все нормально. Привет, артиллерии. How they hate my like artillery. Как мне нравится моя артиллерия. But it still will prevail. Но она все еще победит. Forward, пока вперед не могу двигаться. I cannot produce more Tesla tanks. А вот я больше Tesla танков произвести не могу. Okay, another empty. Not enough. Них он недостаточно. Seriously, серьезно. Окей, okay. Чуваков. Now they need to run away. Теперь им нужно убегать. No, not like that. Да твою ж мать. Run away, убежал, блин. Okay, that's the place for artillery. Ну что, ставим куда-то артиллерию? Let's here. Давайте сюда. This should be built. Вот это нужно построить. Окей, okay. We hide it in that forest. Спрятались в леску. And we lost infantry. К сожалению, потеряли пехоту. It would be nice to not lose everybody. Было бы хорошо не терять никого, но... Правда, такого, что мы так и теряем. Why there is like constantly a lot of... Почему там постоянно дофига вот врага? Я не понимаю пока. Конечно, мы добиваем. Да-да-да. Hello there, приветик. Actually, motorcycle, we needed to capture this. Вообще-то нужны мотоциклисты сейчас, чтобы все это захватить. Here are some enemies. Тут у нас враги есть. Here, сюда пошли. This artillery, here, артиллерию вот так вот подведем. Oh, that's bad. Вот это плохо уже. I can lose
One tank. Могу один танк-то потерять. That can lead to failure. Это может привести к провалу. Like I cannot lose any tank. По-моему, ни один танк не должен потерять. Well, at least I would be knowing what to do. По крайней мере, буду знать уже в следующий раз, что же делать. Мотоциклс bottom, мотоциклы все вниз. И окей, how lucky we are, как же нам повезло. Blocking production, блокируем производство. Motorcycles would soon be here. Мотоциклы скоро сюда прибудут. SM anti-air, немного противовоздушную. Тут тоже приветик. Stand there, пусть там стоит. Another anti-air, еще противовоздух. And one motorcycle и мотоцикл. Здесь забиваем вот этих чуваков. This goes to repairs. Это как можно быстрее на ремонт отправляется. Here, artillery вот здесь вот. Okay, everything blocked there. Там у нас все заблокировано. So this thing's good return. Этот танк может возвращаться. You are kidding, да вы шутите? I lost at least one. Я потерял, по крайней мере, один. Because they have ships, потому что у них есть корабли. Оу, oh, God. Твою ж мать. Yeah, that's a problem, да, это проблема у нас. Надо empty air, нужно еще противовоздушной обороны. And like, where is my artillery? Где моя артиллерия? They want to kill my artillery, хотят убить артиллерию. So many aviation, так много у нее авиации. Вообще зачем это? Я? Да. Короче, комплит, захват завершен. Так, назад. Да, actually not looking good. Выглядит все не очень-то хорошо. Kill this, убиваем. Постараемся сейчас захватить. Don't repairs, на ремонт пошли. More anti-air, больше противовоздушной обороны нужно. Speed на полной скорости. Blocking, блокируем. More anti-air, нужно реально больше противовоздуха. Okay, see you next time. Увидимся в следующий раз. Live long and prosper. Живите и процветайте. Живем и процветаем, товарищи. Вот так вот.